Всем добрый день еще раз, дорогие мои друзья, подписчики, а также зрители и гости моего канала. Сейчас мы с вами находимся в селе Котяевка. Сделаю так маленький обзор по просьбам подписчиков. Маленький обзор села Котяевки. Снять береговую часть, берег Котяевки. Сейчас как раз таки мы с вами находимся в селе Котяевка. Вот она, село Котяевка, и мы сейчас будем потихонечку ехать в сторону береговой части. Так. Здесь вот у нас есть, также есть в селе Котяевке поликлиника. Больницы нету, но поликлиника есть. Со скорой помощью вот мы ее проезжаем, она у нас с правой стороны находится. Так, ну и мы поворачиваем налево. Магазин. И сейчас мы поедем, сейчас вот направо нам надо будет повернуть. Здесь есть такое хорошее место, где выезд на берег прям есть. Вот сейчас к этому выезду я и еду. Сейчас вот к этому выезду подъедем, там сниму береговую часть, берег Котяевки, села. Село очень красивое. Это одно из сел вдоль реки Кигач. Вдоль рыбной реки Кигач. Вот там он вдалеке у нас мост дружбы. Знак все. Кирпич. Дальше дороги нету. То есть обозначает то, что асфальт здесь где-то заканчивается. А он заканчивается прямо вот перед валом. Такие вот красивые дома. Старенькие красивые домики. Так, вот он у нас выезд на вал. Вот она. Вот так вот разлился наш великий Кигач. Пограничники, морские пограничники. Вот это их катера стоят. Вот этот Казахстан. Та машина, на которой я передвигаюсь. И плавно переходит на береговая часть. Так, мы выезжаем с береговой части. Едем по улице. Улица Алтынсарин, по-моему, да? Сейчас немножко приостановлюсь. Да, Алтынсарин, улица Алтынсарина. Вот по этой улице как раз таки и есть выезд на берег. Также здесь вот есть памятник участников Великой Отечественной войны, 41-45 год. Сейчас остановлюсь, тоже сниму, если ворота открыты, если двери открыты, если можно пройти. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот он, памятник находится, вот этот клуб. Не знаю, сейчас попробую пройти, а вот здесь просто завязано, да? Такая вот красота.
Здесь вот так вот закроем. Такая вот красота здесь. Это село Котяевка. Вот это все с дикого камня сделано. Можно так сказать. Саженцы, деревья. Флагштоки стоят. Вот он с дикого камня все сделан. Вот она, 41-45 год. Вечный огонь. Здесь имя, фамилия участников, которые уходили на фронт с данного села. Здесь также вот так вот все сделано, красиво. Стоят фонарики. Все это у нас. Теперь мы едем домой. Только сейчас по другой дороге выйдем. Через село выйдем. Через село здесь тоже есть выезд. Вот так вот все заасфальтировано. Тротуары. И здесь у нас поворот налево. Так, вот он, поворот налево, и мы пойдем на главный выезд, на главную трассу. Село Котяевка. Приграничное село. Вот здесь тоже магазинчик есть. Сейчас будем проезжать мимо школы, мимо детской площадки. Такие вот парки здесь, насаждения есть. Ну все, красивое, аккуратное село такое вот. Вот он, парк. Красивый зеленый парк, кстати. Очень хороший. Также здесь есть детская площадка. Вот она, детская площадка здесь. Еще раз налево. Этот мы школу проезжаем. Школа, дети играют. Дети вот прямо на дороге играют. Тут мне интересно, родители вот куда смотрят, а? Ведь трасса же ведь, а? Ну главная трасса ведь, главная. Здесь же все может же быть. Вот и все. Вот и все. Сделали маленький обзор села Котяевки с выездом на берег. А также сняли парк героев Великой Отечественной войны с мемориалом. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Огромное вам спасибо, дорогие мои друзья, подписчики. А также зрители моего канала и гости моего канала. Всем-всем огромное-огромное спасибо. Благодаря вам мой канал держится на плаву. А также вы своими же комментариями и лайками даете мне поддержку для продолжения моего творчества. Всем вам огромное спасибо.